Доброе утро. Давайте поговорим сегодня о выборе профессии. Родители выпускников школ при выборе будущей профессии детей совершают несколько распространенных ошибок. Одна из самых распространенных – выбор из соображений престижа. Отправляя ребенка на престижную профессию, мы забываем, что так же поступают и другие родители, и через 5-10 лет. О представителях вчерашних престижных профессий будут пренебрежительно говорить «развелось, как собак нерезанных». Не о юристах, экономистах и психологах будь сказано. Часто профессия выбирается за компанию. Лучше, чем ничего, но тоже опасно. Компания распадется, а профессия уже приклеится, как, например, в моем случае. Иногда на ошибку в выборе профессии толкают любимые учителя. Интерес к преподавателю и его предмету отождествляется с будущей профессией, и мы рискуем ошибиться. Школьные годы пройдут, любимого учителя рядом не будет, а дело, которое виделось таким привлекательным в свете личности учителя, может оказаться чужим. Еще чаще интерес к профессии возникает под влиянием прочитанной книги или увиденного фильма. В середине прошлого века на экраны вышел фильм «Светлый путь» о ткачиках с Любовью Орловой в главной роли. Тысячи девчонок ринулись в легкую промышленность. Их ждало разочарование. Оказалось, что работа в цехе совсем не похожа на киношную сказку. Зато легкая промышленность на долгие годы обеспечена была рабочей силой. Потом будут фильмы о строителях, физиках, офицерах, полярниках, целинщиках. Государство быстро уловило пользу от психологического воздействия кино. И в настоящее время ситуация не поменялась. Сериалы «Скорая помощь», «Я лечу» подняли конкурс в медицинские институты. «Менты», «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» направили подростков в правоохранительные органы. Насмотревшись дальнобойщиков, даже некоторые девушки захотели стать водителями грузовых машин. Сегодня многие юноши и девушки, насмотревшись сериала «Солдаты», вообще не хотят идти учиться, а хотят идти в армию. А к чему это я? А к тому, что один вовремя или не вовремя просмотренный сериал или фильм или книга могут серьезно изменить жизнь вашего ребенка на долгие годы. И если вы хотите повлиять на выбор своих детей, можно использовать этот инструмент. Формула выбора профессии очень проста. Для выбора профессии нужно умело сочетать три фактора – способности самого ребенка, вашу помощь, чем вы можете помочь, и возможности окружающей среды, куда можно поступить там, где вы живете. С добрым утром!